23 февраля. Всегда на слез. Мы находимся на встрече Антонио Мароса. Думаю, I give the dress to stirare vestito. Мне кажется, одета как... Итак, третий день. Третий день? Какой день ты сейчас? Сколько мы в Милане? Боги, кто я? Где я? Девочки, которые меня подготовили, только что ушли. Посмотрите, мы сделали такой образ, немного сияющий, хвост вылизанный, чуть-чуть повыше его сделала, чтобы было, ну так, пободрей. Вот такой лук, я его покажу со стороны, сегодня на улице. Ужасная погода, поэтому все летнее пришлось убрать подальше, и будут разные плащи, куртки и все такое. Сегодня 3 шоу и 1 невероятное мероприятие. Вы готовы? Тогда побежали. Блин, ага, побежали. Чайку бы, что ли, попить? Как дела? Мы, по-моему, опаздываем. Это Милан, это момент, когда постоянно опаздываешь, и солнечная летняя погода. Ставьте лайки, Кирилл намекает. Поехали. Сважный кадр. Кирилл снимает, как я... Здравствуйте. Как я снимаю... чтобы он это снял. Вот так. Мы идем на бэкстейдж Антонио Марос. Вот, нас сейчас проведут. Чао! Итак, мы на бэкстейдж. Я только что встретилась с женой дизайнера, они все немножко все нервничают, все переживают. Чувствовать. Это самый чувственный показ всегда на неделе моды для меня, потому что он заставляет задуматься на какие-то очень серьезные темы. Но я очень счастлива, что у меня получилось пообщаться с дизайнером. Едем дальше! Значит, это какой-то намек. Я, кстати, в цветовой гамме. Мы увидим стрит-стайл. Увидим много модных фэшн-деятелей, как всегда. И потом нам нужно быстренько успеть выехать и поехать на следующее шоу. Я
обожаю фэшн-показы, потому что можно увидеть и вдохновиться миллион очень красиво одетых людей. Это космос просто, но красота спасет мир. Уберите ее! Это что вообще такое? Я не понимаю. Нафиг! Фэшн это! Какого черта? Удачи! Пока. Договали шоу, началось. И сейчас я вам покажу все самое красивое, все, что мне больше всего понравилось. Любимая Луна, красавица. Черный, белый, классика. Обратите внимание на обувь. Прием. Нам осталось полтора часа до конца презентации. Мы едем на презентацию любимого Булгари. Любимое мое слово. Мы опять опаздываем. И я очень надеюсь, что у нас после этого будет обед или ужин, или как это назвать. Нет. Поехали. Вечеринка, презентация, модная вечеринка, презентация на неделе моды. Мы посмотрим новую коллекцию и увидим каких-нибудь модненьких людей. Ну и можно выпить, если что. Мурат, я тут прикупилась к 23 февраля. Булгари, ты же любишь женские бренды. Он меня убьет. Прием. Собираюсь на любимую вечеринку Булгари. Она всегда проходит неделю моды. Я практически собралась. Я жду только, когда принесут мое платье, я надену украшения, и мы пойдем веселиться. No. I give the dress to Stirare Vestito. Он тоже посмеялся, что я говорю на итальянском. Эту фразу мне написала Аня, мой мейкапер, может, она прибежнулась. И там что-то неприличное. Стирара вестита. Yes, yes, I'm coming. Thank you. Okay, yeah, but I come in? No, it's just the black tea. Yes, yeah, my dress. Oh, thank you so much. Кен, за трубой, ну, перегреться не надо. Are you serious? Я готова. Причем, с таким обвесом могу их холодить. Ничто не бывает просто, все по плану. Я запланировала первый показ, мы выехали заранее, все супер, мы успеваем. И тут пол Милана, пол центра Милана перекрыто, потому что идут какие-то демонстрации. Мы бросили машину и опять бежим. Я не понимаю, что происходит. Опаздываем.
Я, как обычно, как ужаленная, буду сейчас вот это все делать. На шоу мы все готовы. Я не знаю, привет, как дела? Хорошо. Последнее шоу сегодня, и немножко все устали. Держимся молодцом, вдохновляемся, и еще сегодня вечером забегу на одну вечеринку, но, наверное, не буду там уже снимать, будет шумно и много народу. Наташ, ты где? По-моему, неделя моды в Милане закончилась. И нам нужно собрать все вещи. И поехать дальше в Париж. Вы оставайтесь с нами, комментируйте, ставьте лайки. А я пока посплю.